В Брестской вспомогательной школе обучаются дети с разной степенью утраты здоровья и интеллектуальной недостаточности. И в зависимости от этого для них подбирается специальная образовательная программа. Для родителей и самих учащихся вспомогательной школы очень важно содействие и участие извне. Ведь эти дети не выбирали себе судьбу и здоровье, но от нас с вами зависит, каким будет их будущее. Сегодня в нашей школе проходит праздник здоровья и профориентации, который проводят для нас представители Брестского областного молодежного общественного объединения «Инвалид и среда». Для ребят волонтеры объединения организовали детскую выставку здоровья в форме мастер-классов по основным принципам здоровья. Для родителей тем временем есть возможность пообщаться с представителями общества «Инвалид и среда» и задать интересующие вопросы по дальнейшему трудоустройству детей после окончания школы. На выставке здоровья, которую презентовали ученикам вспомогательной школы волонтеры общественного объединения «Инвалид и среда», было 8 символических станций здоровья образа жизни. На каждой из остановок – упражнения, отдых, доверие, умеренность, питание, воздух, солнечный свет и вода – ребятам предлагалось узнать, какую роль в поддержании здоровья играет каждая из этих составляющих. Также школьников ждали игры, конкурсы и доверительное общение с организаторами праздника. В рамках вот этого инклюзивного центра продвижения здорового образа жизни мы сейчас проводим по 3 школам такие детские выставки здоровья. Но так как у нас инклюзивный центр, значит, мы приехали к ребятам интересным, вспомогательной школы, и хотим в двух словах рассказать им в игровой форме, не с оригинальными какими-то вставками, видите, все это будет в игровой форме, о 8 принципах здоровья. Сегодня мы в этой школе, и это не случайно, мы специально выбрали эту школу как для детей с ограниченными возможностями, чтобы они тоже почувствовали себя детьми. Это же так прекрасно, когда дети действительно чувствуют твою любовь, когда ты действительно кому-то нужен, когда кто-то о тебе заботится. Мы не выбираем страну и город, где нам родиться, свою семью, родителей и здоровье. Но только мы, каждый из нас, ежедневно делает свой главный выбор – оставаться человеком, дарить свое внимание, заботу и участие тем, кто в этом особенно нуждается.